Вести Карачаево-Черкесия. Здравствуйте, в студии с главными новостями республики Умар Тикиев. Сегодня в выпуске. 14 ФАПов откроются в Карачаево-Черкесии в этом году. В регионе будет создан Центр оптимизации государственных и муниципальных услуг. Социальный фонд России начал предоставлять единое пособие на детей и беременным женщинам. В картинной галерее продолжается выставка «Сокровища земли Нартов». Далее об этих и других темах подробнее. 14 ФАПов откроются в Карачаево-Черкесии в этом году. 10 фельдшерских и 4 фельдшерско-акушерских пункта будут построены взамен существующих в Фурзуке, Фроловском, Пригородном и Ильичевском, Пристани, Урупе, Новой Тиберде, Нижней Море, Грушке, Тапанте, Садовом, Киево-Жураках, Куджиново и Куджиново-2. На месте обветшалых появятся современные здания, оснащенные всем необходимым для оказания первичной медико-санитарной помощи. Величина прожиточного минимума в Карачаево-Черкесии на этот год установлена в размере 13 225 рублей на душу населения, что на 14,8% больше, чем в прошлом году. Прожиточный минимум для трудоспособного населения республики составит 14 415 рублей, пенсионеров – 11 374 рубля и для детей – 13 637 рублей. С позапрошлого года прожиточный минимум устанавливается сразу на год. Кроме того, если раньше его величина определялась на основе расчета стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь зависит от медианного среднедушевого дохода по стране. В Карачаево-Черкесии успешно продолжается реализация новой программы газификации региона, благодаря которой газовая инфраструктура была доведена до без малого 3000 домовладений, что составляет 123% от плана реализации на 2021-2022 годы. Информацию комментирует советник исполнительного директора по связям с общественностью и СМИ акционерного общества «Газпром газораспределение Черкесск» Наталья Солянкина. На сегодняшний день можно говорить о том, что на 99% мы завершили те планы, которые были на 2022 год по догазификации домовладений. А в некоторых территориях получается работать с опережением графика. Например, в Джигутинском районе, в Хабесском районе уже исполняются заявки 2023 года. В республике будет создан Центр оптимизации государственных и муниципальных услуг. Соответствующий проект постановления поддержали на состоявшемся заседании регионального правительства. Центр будет предоставлять 24 часа в сутки, 7 дней в неделю абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг без необходимого личного присутствия граждан. Это позволит не только полностью перевести большинство услуг в электронный вид, но и способствовать сокращению срока предоставления услуг как минимум в 3 раза. До конца 2023 года в Карачаево-Черкесии в электронный вид будут переведены 90 услуг. В этом году власти республиканской столицы разработают проектно-сметную документацию строительства крытого футбольного манежа на территории Черкесска. По предварительным данным, это будет крытый манеж размерами 40/20. На прямую линию с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым обратился руководитель футбольной школы Академия футбола Сергей Мащенко. Он отметил, что из-за отсутствия футбольного манежа дети в возрасте от 3 до 7 лет в зимнее время не могут тренироваться на улице, поскольку высока вероятность заболеть, в связи с чем вынуждены заниматься в школьных залах. Вместе с тем, с 2023 года наша команда «Нарт» вернется в профессиональный футбол и будет выступать во второй лиге. Возвращение команды на профессиональный уровень приведет к возрождению детско-юношеских футбольных школ в регионе и их материально-техническому переоснащению. 6 новых пляжных зон появятся в Карачаево-Черкесии в этом году. Полностью обустроенные пляжи появятся в поселке Нижний Архыз, ауле Нижняя Тиберда, у Софийской Поляны и у озера Каракель. Все это благодаря победе нашего региона в грантовом конкурсе правительства Российской Федерации и финансовой поддержке на развитие туристической отрасли. Комментирует информацию министр туризма и курортов Расул Тикеев.
Это становится актуальным ввиду востребованности данной услуги не сезон, потому что есть востребованность среди жителей и гостей региона. Но так как все равно эта услуга, она пользовалась спросом, люди купались в водоемах, в реках, и даже несмотря на то, что они не были обустроены. На сегодняшний день, благодаря этой поддержке, пляжи будут обустроены и безопасными с точки зрения нахождения, комфортными, потому что эти пляжи будут обустроены в соответствии с ГОСТом, ГОСТ услуги пляжей. Весной этого года в Черкесске будет полностью благоустроен парк около городского дворца культуры. С наступлением тепла планируют сделать территорию действительно зеленой зоной. Комментирует информацию начальник отдела капитального строительства и ремонта мэрии города Черкесска Равиль Тикеев. В рамках благоустройства были установлены дополнительные пешеходные дорожки с плиточным покрытием, возведен общественный туалет, установлено 40 фонарей освещения дополнительных, а также установлены мусорные урны в количестве 15 штук. Весной мы планируем заняться озеленением данной территории, будет завезен чернозем, посажен зеленый газон и планируем посадить около 100 деревьев. С этого года Социальный фонд России начнет предоставлять единое пособие на детей и беременным женщинам. Новую выплату смогут получить женщины, вставшие на учет по беременности в ранние сроки, а также родители детей до 17 лет. Единое пособие объединило ряд действующих сегодня мер социальной поддержки нуждающимся семьям. Выплаты назначаются семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. Чтобы выплату получили те, кто в ней нуждается, при оформлении применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи. В среднем по России выплата на детей составит от 7 до 14 тысяч рублей. Для беременных женщин соответствующая сумма составит от 8 до 15 тысяч рублей в месяц. На портале госуслуг с прошлого года открыта форма заявлений на единое пособие на детей и беременных женщин. Первые выплаты придут семьям уже в этом месяце. Подать заявление можно не только онлайн, но и очно в отделениях социального фонда или МФЦ. С этого месяца в республике стартовала программа расширенного неонатального скрининга, которая позволит диагностировать около 40 врожденных наследственных заболеваний. Карачаево-Черкесия закреплена за краевой клинической больницей номер 1 имени профессора Чаповского в Краснодаре. Анализы будут направляться без участия родителей. При этом все положительные результаты будут проходить дополнительное подтверждение в медико-генетическом научном центре в Москве. Такая двуступенчатая система позволит обеспечить достоверность результата скрининга и в случае выявления заболевания вовремя начать лечение. Предприниматели Карачаево-Черкесии, занятые в сфере туризма, могут получить премию правительства России. Награда присуждается ежегодно за достижения в области туризма, реализацию наиболее эффективных инновационных проектов по развитию внутреннего и въездного туризма, объектов туристской индустрии, продвижению туристских продуктов, а также привлечению интереса граждан к материальным и духовным ценностям России. Материалы и документы на конкурс принимаются не позднее 1 марта 2023 года. В селе Джагамыло Карачаевского района появится новая мечеть, которая возводится на месте старой мечети, здание которой было признано аварийным. В разные годы в этом здании размещались гидроэлектростанция, производственный цех и пост ГАИ. Комментирует информацию заместитель муфтия духовного управления мусульман Карачаева-Черкесии Мухаммад Хаджи Эркенов. Были плиты перекрытия, они прям держались где-то сантиметра на два. Стены начали расходиться, поэтому мы пропустили швеллер снизу, чтобы она не раздавила людей. Мы поговорили, обговорили, собрали село, говорим, это аварийное состояние, здесь уже молиться нельзя, опасно. Поэтому мы должны строить новую мечеть. До конца 2023 года отремонтируют четырехполосный участок федеральной дороги А-155 Черкесск-Домбай, граница с Республикой Абхазия, на маршрутном отрезке от столицы региона до Усть-Джугуты. Об этом сообщила пресс-секретарь управления федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Милана Тхамокова. Итогом ремонта по заказу ФКУ «Пордор Кавказ» станет восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик и изношенных покрытий дорожной одежды на популярном туристическом направлении.
Дорожники выполнят фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и усилят основание методом холодной регенерации. Данная технология позволит использовать повторно отфрезерованный материал, что является примером безотходного производства, а также при помощи специальных добавок сделать дорогу более устойчивой к нагрузкам. Затем устроят два слоя асфальтобетона – выравнивающий и верхний щебеночно-мастичный, который отличается стойкостью к износу и высокими показателями сцепления колес с дорогой. По такому же принципу отремонтируют примыкания и пересечения. В рамках инженерного обустройства на объекте заменят бортовые камни и нанесут разметку из долговечного термопластика. В Главном управлении МЧС России по Карачаево-Черкесии назвали основные причины пожаров в новогодние праздники и сообщили об обстановке с пожарами в эти дни. Комментирует информацию заместитель начальника отдела административной практики и дознания Управления надзорной деятельности и профилактической работы Гульнара Аджикова. Количество пожаров на новогодних праздниках Карачаево-Черкесской республики увеличилось 2 раза. На 11 января 2023 года зарегистрировано 23 пожара, тогда как за аналогичный период прошлого года 11. Погибших и травмированных на пожарах не зарегистрировано. Последние дни в Карачаево-Черкесской республике наблюдаются критически низкие температуры, и именно в это время зарегистрирован всплеск пожаров в жилье. Так, из 23 пожаров в жилом секторе произошло 17. Рост пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел в Карачаевском городском округе, Зеленчукском, Усть-Джигутинском, Урупском, Малокарачаевском, Адыгехабльском и Ногайском районах. Так, основными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнем, по данной причине произошло 10 пожаров, и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. По данной причине произошло 3 пожара. Завершилась реализация проекта «Легенды из Казани КЧР», направленного на популяризацию изучения родных языков подрастающим поколениям. Все фильмы будут переданы в школы республики для использования в качестве дополнительного материала на уроках родного языка. Об этом рассказала автор и главный режиссер проекта Мадина Лайпанова. Данный проект был поддержан Фондом президентских грантов, Министерством образования и науки Карачаево-Черкесии, а также Министерством культуры нашей республики. В ходе его реализации было снято 5 короткометражных художественных фильмов на национальных языках Карачаево-Черкесии. Отснятые материалы были продемонстрированы в 13 общеобразовательных учреждениях региона, а также в 11 домах культуры и на различных открытых площадках. Стоит добавить, что все фильмы будут переданы в школы республики для использования в качестве дополнительного материала на уроках родного языка через Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской республики. Хотелось бы отметить, что в нашем регионе родные языки в школах изучают более 50 тысяч человек. Соответственно, мы уверены, что данные фильмы будут хорошим подспорьем и выступят таким интересным дополнительным материалом при изучении родных языков. В картинной галерее «Черкесска» продолжается выставка «Сокровища земли нартов». Представленные работы демонстрируют эпические образы персонажей, героев Нартиады и их быт, созданные на основе одного из мировых памятников устного народного творчества – нарты. Выставлены работы как известных, так и молодых художников и мастеров декоративно-прикладного искусства Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. В северных районах порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха минус 1, плюс 4, в горах местами до плюс 9. Утром местами на дорогах гололедица. В горах Карачаево-Черкесии свыше 2500 метров лавина опасна. В Черкесске без осадков, ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Утром на дорогах местами гололедица, а столбик термометра поднимется до 3 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Умар Тикеев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России.
Карачаево-Черкесия. До новых встреч!